Здравствуйте, товарищи блогеры. Я что хочу сказать? Каждую секунду надо ценить. Вот все вообще. Я вот не ценил и сколько упустил. Зато теперь не упускаю. Всех отбью! Я прозрел! У меня важное сообщение! Спит. Приглашаю вас всех на Грушинский фестиваль. Мечта у меня была там песню свою спеть. Прямо сейчас. Всей семьей. Отправляемся в путешествие, как раньше. Папа, мы куда едем? Ты нас уже несколько дней какими-то окольными путями везешь к этому Грушинскому фестивалю. Здесь 4 дуги должно быть. Пойду дугу поищу. Трусы! Вов, вставай. Палатку. Это жизнь, крупицы счастья. Беззащитные шипы. Что ты делаешь? Драма. Что с ними сделал? Мы что, в Москву, что ли, едем? Сейчас у тебя прослушивание будет. Лёд витрин голубых. Так, у вас 3 минуты. Мама ушла бомжевать шалаш. Папа из сейфа достал калаш. Он говорит, что Крым не наш. Я говорю, что наш. Мне кажется, что медицинский идеальный вариант. Я тебе сейчас кадык, сука, вырву. Тополиный пух, жара. Здорово, Ватя! Ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй. Завтра выступление, мы не успеем. Не было мой. Мы с тобой поедем. Только снега, снега, снега.